Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра. Сегодня со мной играет Донни. Ребятушки, это рубрика «Битва автогонщиков против копов в GTA 5 онлайн». Коко, Сиандр, дорогие мои. Итак, ребята, сегодня клоун будет в роли автогонщика. В общем-то, носок будет копом. Какие у нас правила на рубрику? У нас стоит 5 тачек, которые, в общем-то, коп будет прятать вот в этой местности, ребята. Моя задача будет в течение 15 минут найти машины, угнать их и в идеале провести 2 в одну нычку. Сделать это будет очень сложно, потому что сначала нужно будет найти машины. Но, тем не менее, попробуем, посмотрим, какие-нибудь тактики, все придумаем. Давайте готовиться. Давай. Итак, ребята, я уже отключил блипсы. В общем-то, попробуем Ванька взять как-то хитростью. В общем-то, наша главная задача сначала найти тачки, которые будут стоять где-то в районе. Это будет очень сложно, но, надеюсь, нам повезет. В общем-то, первый заход — просто непримечательная девчонка на боемиксе, хотя, в принципе, ботов не очень много, которые катаются на великах у нас в городе. Но, тем не менее, попробуем. Может, получится как-то попаркурить. Я еще как-то это помню, вроде делается через Q-Shift, вроде. Но не знаю. В любом случае, давайте посмотрим на найду я тачки и вообще получится мне угнать их или нет. Ставьте лайк, устраивайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал, помогите добить миллион, ребята. Давайте начинать, погнали. Что ж, ребята, секундомер наш уже работает, я выхожу на операцию. Операция Крот. Операция Крот? Крот. Ты что, будешь через дно пролезать? Может быть, как теперь узнаешь? Я необычный крот. Это я так и понял. Что-то так сразу похоже, да? Так. Ну это да, это да. Так. Так. Крот чует дичь. Дичь. Дыч. Не дыч, а просто дичь. Тандыч. Крот лох. Отмена. Крот лох? Да, крот лох. Он, короче, байтанулся на тачку. Но не ту тачку, на другую. Понимаю. Ладно, отбой. База, отбой. Продолжаю по новой. Первая, второй. Да. Так, ну, мне это пока не нравится. Так, ну все. Диман, давай. Диман? Понимаю. Кто-то только проснулся. Думал, есть один, что ли? Думал, есть один, а вот и нет. Так, крот. Версия 2.0, попытка 2.0. Пробуем. Еще разок пробуем. Пробуешь? Что забираешь? Тут больше вопрос, крот лоханется или нет? Второй раз. Крот лоханется или не лоханется? Труханется? Или не труханется, действительно. Труханется или нет? Действительно. Если мы сейчас на ту сторону. На самом деле, пока это все максимально нехорошо. Я бы даже сказал, все максимально плохо. Планы, почему? Потому что были немножко другие у меня. Ты откуда? Ну, допустим. Ты откуда? Ты типа по мосту ехал, что ли? Я, да. Охренеть. Я смотрю, как машина заводится. Я такой, опа, она развернулся. А, серьезно? Ты у меня вроде уехал. Да. Ну, хотя, это GTA. Не-не, я, ну, я сверху здесь заехал. А, ты успел сделать... Да. Блин, ну это да. Что-то мне не повезло в тихорца. Понимаю. Так, ладно. Так, а что там втопил так? Ты что, притормози. Да ты где? Потерялась? Ну, Потерялась наша Золушка. Да, я такая. Туфельку найдешь? Но ты там не расслабляйся. Ты, главное, не расслабляйся, дядя. Ну да, я согласен. Сегодня вон на лайте хотели записать, в итоге записывали больше, чем обычно. Так что да, расслабляться это совсем не правильный вариант. На лайте. Да, действительно. Так, слушай, ну я на самом деле-то видел там тебя вдалеке по прямой, но неужто я так легко ушел безнаказанно? Ну я тебе скажу так, что ты, я не знаю, на чем ты едешь, может ты едешь с накруткой, потому что я на Бугатте даже примерно тебя не могу догнать. Нет, это Хома. Не без... накручено мультиплеера, нет? Нет, не должно быть. Ну, слушай, я реально не прям... вести, я не могу тебя догнать просто, ну типа это... Интересно. Я не знаю, что там за машина, но это я догнать просто не могу. Ну это Хома, это вариантов. Обычный Хома. Так, ладно, ребята, я думаю, что тогда вот здесь мы поставим машинку, идеальное место просто. Копы нас не найдет. Ту-ту-ру-ру-ру-ру. Все, ну, ладно. Наверное, да. Погнали на второй раунд. Да. Ну, слушай, на удивление я в шоке. Хома молодцом. Да, попробуем. Так, ребята, окей. Продолжаем наш тернистый путь. Путь. Путь тернистый? Путь тернистый. Хова!
Ты будешь кем? Королем дрифта. Ух ты, нихера. Ну это... Вот такое? Это я исполнил только что. И самое главное, даже не зазвенел. Опа, это шо? Опа, это кто? Серьезно? Да. Здорово, велосипедист, блин. Так, быстрее, быстрее. О, ё-моё, ни хрена. Чё это было? Я тебя понял. Ты деваху, деваху. Полежи, 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 полежи. Так, ребята, я вроде запрыгнул. Я тоже. Я готов. Эй, ты чё? О, я по тебе проехал, чё? В смысле? Это да. Ага. Ай. Думал? Получится? Больно. Думал, получится? Думал, получится. Уауч, нихера я полетел. А я где? А ты где? А ты где? А вот ты где. Все нормально. Не, не нормально. Я чуть не испугался. Ни хрена не нормально. Я чуть не испугался. Слушай, это нормально. Какая-то прыгающая Ригера. Лучше бы это была просто Ригера, честно скажу. Возможно. Уауч, уауч, уауч. Это было больно. Вау, вау, вау. Так, и ты здесь. Понимаю. Я здесь. Не расслабляйся. А, да. Понимаю. Нет, нормально. Ты не орелся и улетел? Нормально. Да. Нормально. Давай, до свидания. Ёшкин кот. А то, что ты просто вниз упал. Просто лайк, ребята. Я красиво то, что сделал. Не знаю, получится или нет. Эффектно, но неэффективно. О, ты куда собрался в итоге? Ко мне? Мне кажется, ты ко мне собрался в итоге, да? Или в воду? Воду? Нет? Нет, не воду. Чуть дальше воду. А у меня движок дымится, серьезно? Серьезно? Неплохо. Ой. О, воду! Там все утонул? Нет? Ну вот они. Еду, но, кстати, ускоряшка не работает под водой. Оуч! Охренеть, рядом было! Ты что там, ты куда? Ты же опять говнотечь, надеюсь? Но... Ты же не дальше? Как теперь узнаешь? Ну, пока не подъеду, не узнаю. Действительно. Ага, вот и. Hello. Hello, ты дымишься или не дымишься в итоге, я не понимаю. Дымится жопа, да. Я понять не могу, чья. Я так понял, либо... тут самопальная. Да-да-да. Там два в одном. Ну, скрам же вроде едет. Мне кажется, это все-таки Ригерыч, да? Я же правильно понял? Это... Да, это склепка такая двойная, типа. Ну, интересно, окей. В любом случае, как бы, необычненько, необычненько. Хоп! Ина, ина. Хоп-хоп. Далеко полетел? Да. И где же ты? Куда же ты полетел? Я тебя ищу вообще, но я тебя не вижу. О, ема, ты снизу втопил! Чего? А ты где был? Чего? Я тебя не видел, потому что... А, понимаю. Ты так втопил, что просто, да, я был... Ну я на ускоряшке там прям вылетел, да. Так, ладно, делаем ход буквы Г. Буквы Г? Г. Как там у тебя ход получился, буквы Г? Ну, лучше конем ходить, на самом деле. Если что-то пошло. Да ты дурак. Слушай, мы с тобой две лягушки классные вообще, на самом деле. И на самом деле я тебя не вижу, мне это максимально не нравится. Не видишь? Нет. А мне нравится, что ты меня не видишь. Реально тебя не вижу. Я надеюсь еще, что ты фуфляндишь. Очень сильно. Это хорошо, что ты меня не видишь, на самом деле. Зачем тебе меня видеть? Это ты как будто сообщаешь с бабушкой красной шапочки. Зачем тебе такие большие глаза? А? 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 О, нихера ты! Блин, да ладно, спалился? Да, спалил! Вообще, в самый последний момент. Нихера я пролетел. Охренеть, ребята, я уже тачку хотел ставить. Ладно, заметил. Вы видели этого засранца фиолетового? Ты у меня прям с асфальтом прям сливаешься жестко. Что это было? У меня призрак какой-то проехал только что. Это... Диман. Это Диман, по-любому. Ёптыщ. Короче, я прихожу к плану капкану. Меньше прыгаем, больше едем. В смысле, так это мой план так-то на сегодня. Твинта. Да ты где? Да откуда? Ты меня видел, Светарин? Ну, я... А, блин, на самом деле, ребята, с крамжем там ходить сложно, потому что, да, с высоты это видно. Я по воздуху с тобой смотрю, да. Ах ты пес горбатый. Так, ладно. Ладно, я понял. Ну, на самом... Ой, ёпта, это что было? Это первое предупреждающее. Слышь, у меня такая же есть. Наверное. Ну, это есть, но возможно, но только ты
смотришь вперед, а я смотрю за тобой. Я смотрю в завтрашний день. Проще. Не каждый может это делать. Это да. Хрен поспоришь, далеко не каждый. И что ты где-то? Куда делся? Ладно, есть идея. Есть идея. Так, ладно, ребят. Я так понимаю, что я просто ставлю тачку. Возможно, просто ставишь тачку. Я видел, как коп. Возможно, не просто ставишь. Зафуфляндил? Окей, бросаем. Скрам же это сложно было. Да, я тебя видел вдалеке, но ты, я так понимаю, что уже далеко-далеко. Погнали на следующий раунд. Не знаю, что получится, но вроде ты меня не видел. Это самое главное. Так, ребят. Как дела? Так. Слушай, на самом деле по кайфу. По кайфу? На самом деле прям по кайфу, да. Прям кайфушки? Я знаешь, что понял? Подожди, а у меня знаешь, что я сейчас понял? Что? Что ты упростил мне очень сильно сейчас работу. У тебя все машины в одном месте? Ну, не в одном и не все, но... Типа не надо лишний раз... куда проще. Вилять хвостом, да? Понимаю. Ну, типа того, да-да-да, поэтому... Ну, когда посмотрим. Ну, да, все красиво. А ты где? Где ты есть-то, молодой? Молодой человек. А может, не человек, но молодой. Молодой ты скунс. Скунс? Что? Если не человек, то у меня вариантов для тебя особо нету. Скажем так, по-честному. Ну, я хочу сделать грязь, у меня не получается. Где ты есть-то? Какую тебе грязь хочется сделать? Просто хочу сделать прикольную грязь. Какую еще прикольную грязь? Что за... И где ты? Ну нахер. Я же звук наводки слышал. Наводки? Где ты? Ёпта! Да? Жесть! Где ты есть? Прикольно получилось. Ты как ты здесь навелся на меня? Объясни мне. Здесь только... Только если... Ты же не танцующий прицеп, правильно я понимаю? Танцующий прицеп? Чего? Ну, странное. Да не, все в порядке. Наверное. Саня, ты в порядке? Саня! Ну, знаешь, что тебе сказать? Я во Фляндии-то умею во Фляндии ловить. Отъехал, подъехал. Где-то ты должен быть здесь, но по-любому. По-любому, ну выходи, где ты есть. Как там, нормально на контейнерах? Отлично, я бы сказал. Я бы сказал, отлично. Так, а мы проедем? О. Скорее нет, чем да. Ну не, вроде. Вроде справились. Ёпта, ну спасибо на самом деле. Да, не за что на самом деле. Так, на самом-то деле, что делать со скрам же там вопрос? Опять эти прыгающие лягухи? Времени-то в обрез, времени в обрез. Так. Юра, ты в порядке? Ты скажи мне, ты в порядке? У меня рос унылый. Да, вообще жесть. Да? Вообще кусок говна. Ну, бросай его, братан, бросай его. Тут как бы все без вариантов, мне кажется. Не, как бы похер на твои ускоряшки, но вот прыжки, да, прыжки, мне кажется, зафуфлять будет сложновато. Ага. Ну неплохо. В целом неплохо у тебя получается. Вот, надеюсь, что рано или поздно у тебя получится. Ага. Главное, крылышки тебе как-то обломать. Вопрос как? Это было рядом. Я знаю. Я видел. Это было прям. Я видел. Да что с ним? Он вообще не едет. Так, понимаю. Блин, рост едет 180. Что? Слушай, я еду 140 так-то, если что, по этому, по оффроуду. Ну, у тебя ускоряшка есть. Не по оффроуду, а по... Ты понял. Ускоряшка спасает. Так, ребята, у меня такое ощущение, что я реально сейчас эту машину, походу, буду бросать. Это слишком уныло, слишком. Еще где-то. Сам не знаю. Он не едет, а прыгает, как просто Газманов. На нахер. В лучшие годы или не в лучшие годы? Ну, в молодые почти. Почти молодые?
Что-то между молодыми и немолодыми, я понял. Именно. Именно так все и было. Короче, не, ребят, это габелло. Да. Ну да, братан. Это габелло. Твоя остановочка, думаю. Fuck you. Все? Могу тебя взорвать или не могу? Давайте взорву. Себя взорви. Давайте взорву. Себя взорви. Попал! Ни хрена, это была метка без наводки, но метка вошло, да? Ну, слушай, ну там недалеко, небольшое расстояние было. Ну да, я полностью согласен, ребята, эту тачку я бы не угнал, скрамжит на самом деле, да, такой, с ускоряшкой догнал бы. Так, ребята, продолжаем, времени вагон и тележка, которую вот-вот стащат. Вагон? У тебя целый вагон где-то есть? Да. Ты что, паровозик Томас? Нет, я его батя. Нема ты упал красиво, братан. Где ты меня видишь? Я с моста тебя видел. Так, так. Неплохо. Неплохо так. Если бы, конечно. Да, он это какой-то чит непонятный вообще. Ну, братанчик, я как бы подготовился к этому угону на самом деле. Серьезно? Я понимал, что нас ожидает с тобой. В этой не, нас с тобой заезде, ничего поэтому... не ожидает, поэтому... Нас с тобой ничего не ожидает? Иди вон, департамент, писюльки свои расписывай. Писюльки? Ага. Тогда не хватит листа, подожди. Тихо! Охренеть, он просто... Кирпич, бешеный кирпич. Ё-моё, он в поворотах. Куда собрался-то? Ты куда собрался? Да куда-нибудь. Просто куда-нибудь. Лётчик за лётчик, потормози. Летчик за летчик. Понимаю. Ваша остановочка. Что ты понял? Ты в смысле? Да я сел на эту срань, и у меня машина дергать туда все стало, прикинь. Просто же все было. Понимаю. Ёпта. Это, конечно, Мансур, что не скажешь. Братанчик, ваша остановочка, все, вы приехали. Нет? Ну, думаешь, нет? Не. Ёпта. Ёпта. Согласен полностью. Ты куда? До свидания. Ту-ду-ду. Ты типа в дырку упал? Нет. Я типа здесь багом тоже смог перепрыгнуть на эту дорогу, но ты куда шушал? По прямой просто или чё? Просто в деревню к дедушке. Ёпта, я тебя вижу, конечно, но я вот совсем не там. Серьёзно? Да. А ты куда? Ты решил в полёт, что ли, поехать? Походу. Походу, да. Недалеко ли ты собрался? Нафига? Больше да, чем нет. Давай в городе. Поэтому... Давай в городе угодно делать, дядя. А ты куда делся? Понимаю. Да, бляха-муха, гребаный столб. Так, тихо. Что ты? Где просто ты? Так, да... да не в задницу, я поеду обратно в город. Если ты втопил по прямой, то это как бы смысл вообще. Блять. Это нереально даже. Ребята. Ты чё там? Я сделал только что такую срань просто, господню, как говорится. Реально? Жесть, вообще лютейшая жесть. Так, мне знаешь, что больше всего интересно? Ну, я, конечно, потерял тебя. Вот, но... Вопрос, угадаю ли я сейчас или не угадаю. По сравнению с тем, где мы с тобой были, это просто... Что это означает? Типа... Что это? Да ехали, господи. Какой же он слоупочный ведроид. Так, а куда я еду? Слоупочный ведроид? Ты охренел? Ты ничего не перепутал на минуточку, как бы. Не-не-не, он в плане управления такой. Прям очень-очень плохо. Максимально плохо. Так, ребят, ну я максимально обезопасил, конечно, свое времяпровождение в этом курорте, но... Ну не уверен. Все? Ну не, камон. Приехал? Такое взять нереально, мне кажется. Нет, я еще еду. Я еще еду, потому что... Ты реально все еще еду? Да, я реально все еще еду, потому что очень-очень далеко, ребята, находится моя нычка. И на самом деле у меня по времени все уже. Да, я только сейчас понял, что... Доездились, как говорится, габелло. Тутуру, тутутуру. И сейчас такой херак сидит тут на жердочке, да? Нет? Нет. Ладно, хотя бы так... слушай, нифига, две черных тачки в одном месте. Прыгай на меня! Серьезно? Я не знаю, знаешь ты это место или нет. Или сначала блин, покажи то, что ладно, знаешь. А нет, ну об этом месте не знал, нет. Ну это очень далеко, ну, понятно, это охренеть. Первое, да? Короче, я на гелике, чтобы ты понял, шала. Перепрыгнул там, ну, с той магистрали прямо в этот в зеркальный парк, тупо через гору. И просто уехал по прямой, там вообще не взять. А вторую тачку, третью даже, если быть точнее, знаешь, где находится она?
тебя всего 3, да, получается? Да, у меня всего 3. Нет, нет, не знаю. Короче, на скрамже я видел, как ты уехал напрямую. Я был вон там, в том переезде. Ну и долго не думаю, просто заехал сюда и поставил тачку вот сюда, вниз. То есть, как бы, ничего понятно. Особенного, очень быстро. Ты спектейт вырубил, я так понимаю. Что ж, ну такая серия. Я с тобой здесь прыгаю сейчас. А вот такая серия, ребята, получилась. А здесь прямо был? Да, да. Бляха-муха, да. Я думал... Да-да-да. Нет, не... когда ты проезжал мимо, я был в гараже, а потом сюда заехал. Я сейчас подъехал вот сюда и стоял здесь, тебя ждал. Вот прямо здесь сверху, здесь, смотри, где я сейчас стою. Здесь серьезно? Тебя ждал, думал, ты поедешь где-то здесь, да. Он прям... Да ладно? Да это максимально угарно. Ну такое тоже бывает. Что ж, ребятушки, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ссылочки все в описании. И давайте наберем 1 000 000. В общем-то, зовите друзей. Буду благодарен. Всем пока. Пока, ребят.